Нет, делаем 15 ноября, да, да, во вторник, все. 15 ноября, нормально. Следую все каникулы. Да. Вот. Короче, я с ней разговаривала, она не знает ничего, как справлять, что делать. А, ничего быть, где быть. Ну, а у пожеланий были? Пожеланий никаких не было. Она вот сказала, что еду поставить. Как просто. То есть еда. Еду? Да, мы пожарем. Вот, еду, значит, она поставит, надо решить, где мы будем справлять. Квартиру снимать опять не качу. И баню тоже не хочу. Нет, я предлагаю, ребят, ну что она как бы... Театральная женщина, надо устраивать театр. Снимем театр? Снимем театр. Русский, да. Русский, да. Ну, короче, понятно, да, у нас... Да, да, ладно. Понятно, понятно, все. Хорошо. Он уже сделал ремонт. Как правильно, мы с ним пора в студии. Да нет, давайте... Блин, в театре мы делаем. Сейчас. Кто звонит? Мама, да? Дима. Дима, как всегда. Алло. Только недолго, Марго. Я не буду. Короче, надо, значит, решаем. В театре мы делаем во сколько? Пишу, пишу. В театре. Сима, а чё? Дима сказал, что он не будет одеваться. Как обычно. Я не знаю, может... Кирюха, может быть? Блин, ну это как всегда. Что, что она придет, а Дима будет что, как всегда, там сидеть, париться? Он сказал, что он будет за музыкой сидеть тогда. За музыкой сидеть. Ну ладно, хорошо. Короче, поговори с ним, что в любом случае надо еще решить, какая тема. Все. Во вторник в 7 часов вечера собираемся в театре, накрываем столы. Надо у нее забрать, когда берешь. Да, еще есть. Вот. И это самое. Надо решить, какая у нас будет тема. Алкоголь. Да, ну и алкоголь купим. Какая будет тема? Подводный мир. Почему подводный мир? И приходите, да? Угу. Во сколько мы собираемся? 5. 5? Да. 17:00 в русском. Так, а Юлька во сколько приходит? К 8 мы сказали. Не забудьте алкоголь. Юля. Да белый давай уже. Почему белый? Потому что цвета? По цвету, да. Просто маловат будет немножко, да? Ну, а этот, смотри, как. А этот не большеват будет? Этот с каким-то... Ничего смешного. Но этот более-менее. Просто какой-то штука интересная. Еще белый, белый постоянно. Знаешь, сколько? Ну, хорошо, но тогда, может быть, лучше вот этот?
всю руку. Есть вот тут лаки или вот с пиратом. Ты точно уверена, что ей это понравится? Ну, может, лучше лифчик все-таки? Нет, то есть, а может, к лифчику еще вот такую на руку? Ну, нормально. А сколько стоит? Стоит? 49 центов. Давай возьмем, отлично. Хорошо, как дополнение. Нет, черную не бери. Ну смотри, она живет одна. Давай ей набор из средств купим. Там Sleep Bank Power Cleaner, Sif. А вот этот вот мама всегда пользуется. Вот этот можно взять. Это для... А для чего это? Это для общего назначения. А, эти два. Эти два, один для туалета и ванны, а другой для окон. Разберемся, может, не будем этот ключ. Короче, это хорошо, да, куда ты ставишь. Беру. Да. Человечков у нас еще так никогда не было. Мы знаем, что ты их очень любишь, они такие веселые, позитивные, поэтому проходи. Мы колбасим до утра, наставляет колбаса. Лишнего не спрашивай.
Будущий верный Юля, друг. Мы желаем тебе внутренней гармонии. Чтобы надоедливые гости долго не задерживали. Поддержки друзей. Успехов в любых начинаниях. Люби и будь любимой. Летящие походки. Исполнение желаний. Быть в ладу с самой собой. Легко просыпаться по утрам. Оставаться всегда молодой. Крепких ногтей и белых зубов. Уюта в доме. Здоровья. Чтобы волосы хорошо укладывались. Радости. И сила терпения. Творческой энергии. Много денег. Понимание. Понимание. Юлечка. Давай. Юлечка! Юлечка! Так. Юлечка, мы желаем тебе... Юлечка, мы желаем тебе... Чтобы надо... Чтобы надоедливые гости... Что там? Долго не задерживались. Долго не задерживались. Еще раз. Давай. Еще это Нет, все, давай. Понимание. Еще раз, потому что Дима там привел. Дима там убери. Еще разок? Да. Блин, девочки, помолчите, пожалуйста. Успехов. Можно, Таня, да. Давай, давай. Можно я делаю вот это? Нет, давай так. Таня. Ну вот, это был первый дом. Короче, я не знаю, либо с ним поговорить, либо что. А что, я думаю, два Марго, это плохо. Плохо. Тема серьезная, я уже себе не знаю, честно. На самом деле, Дима не звонил. Да, это ложный вид. Дима не звонил. Давай еще. Дима сказал, что он не будет одеваться. Да еще раз. Да, конечно. Мы должны решить. Актриса. Этот момент вырезаем. Кусок, это еще вырезаем. Вот, наверное, вот до этого момента. Короче. Этот? Или вот этот? Какой я тебе говорю? Что так быстро? Ну, вроде нормал, не маленький. Мне кажется, ему немножко маловато будет, да? Тут все равно. Пауза. Друг для друга не сожалению, не пытаюсь со мной даже верить. Понимание.